Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Привет, друзья! Сегодня у нас будет полет, выполняя миссию к дальним берегам. Группа из 3 самолетов. Я ведущий. В программе «Горячие скалы 2». Пуск разрешен. Переведи в набор. Миссия к далеким берегам. Горячие скалы 2. Пускаем закрылки. 6-5-1. Берлова. Азимут на цель 1-8-9. Удаление 2-0-7. Средневысотное. Снижайтесь. Саш, выбираем шасси. Автомат отработал, теперь поддерживаем самолет. Набираем высоту. Второй пошел, выбирает шасси. Впереди пошел. Выбирает шасси. Группа сбор. Так, на исходную точку маршрута стали. Ну что, мы, как всегда, немножко будем ускоряться на проходах, где ничего не происходит на самом маршруте. А там, где нужно будет работать, будем концентрировать внимание ваше и показывать, что там происходит. Сейчас мы пока ускоряемся. Сезон 34, я 651, на втором. 651, я 834, понял. Идем в автоматическом режиме, поскольку лететь далеко, высота 90 метров, это очень тяжело и сложно, утомительно выдержать эту высоту. Поэтому идем в автомате. Можно и так, конечно, лететь, но...
Так, ну эти цели, которые нам объявляли, по ним отработали другие. Они в нашу задачу, в нашу миссию не входят. 834, я 651, ответим. Тут ускорилось, поэтому немножко даже с отставанием доложили. Красивые облака, красивое море спокойное, черное тоже. Мы летаем в акватории Черного моря. Ну вот, выходим на исходный пункт маршрута. Не маршрута, а задача. Для выполнения задачи мы пришли сюда. Будем работать по наземным целям, по реальному противнику. Это будет группа транспорта плюс ЗСУ. Четвертый, я 651. Работаю. Ну вот, видимо, обнаружил цель. Хотя мы тоже обновили. Второй. Обнаружена цель. Объект ПВО. Два часа. Набираем высоту. Выполняем заход. Ну, первый заход, я думаю, надо будет сделать как бы пристрелочный, если получится. Попробуем уничтожить. Моя задача сейчас уничтожить зенитную установку, которая идет в этой группе, чтобы, так скажем, поберечь моих ребят. Моя цель — ЗСУ. Ну а потом все остальное уничтожаем. Так, что-то у меня не получается выйти в створ. Самое важное здесь встать по линии, потому что у нас идут первые боеприпасы. Это, так скажем, кассетные бомбы, которые желательно сбрасывать вдоль колонны, а никак не поперек. Эффективность тогда больше. Но никак у меня не получается. Я еще раз говорил, я работаю с клавиатуры. Переведи в набор. Эх, не получается. Предельный угол атаки. Предельная. Ну ничего, выполни второй заход. Но другой вопрос, что они сейчас проснулись и уже приводят в действие зенитную установку, чтобы по нам работать можно было. Это уже опасно. Сейчас они даже стрельнуть по нам не успели. Предельный угол атаки. Они никак не ожидали, что мы тут налетим. Набираем высоту. Чтобы быть вне зоны досягаемости пока зенитной установки. Зенитная установка — там наша шилка времен советских. Четырехствольная. ГШ-24. Четыре ствола. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
Так, ну сейчас вот уже более-менее красиво мы заходим на боевой. Сейчас будем работать. Надо навести маркер и отвести его немного назад. И работаем по палке. Ну, это так называется. Такой хвостик сейчас вперед выскочит от колечка от нашего. Это называется палка, и по ней мы будем работать. Она должна быть вдоль колонны. Чем дальше мы оттянем, тем больше количество целей у нас будет поражено. Но нам самое важное — поразить вторую цель, ЗСУ. Вот. Все. Сбросили. Ну вот, видите, они уже по нам стреляют. Ну, никуда не денешься. Но зато мы все три цели уничтожили, которые у нас были. В том числе и наши ЗСУ. Теперь я дал звену команду работать. Вроде выполняет боевой заход. Это мы. Эти тоже подходят к боевому курсу. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Так, ну чуть-чуть рановато мы начали разворачиваться. Ничего, сейчас подстроимся. Второй у нас на боевом. Третий проходит боевой курс. Предельный угол атаки. Сейчас мы подстроимся. Второй у нас на боевом. Сейчас у него сброс кассетной бомбы. Точно так же, как у меня. Пуск разрешен. Второй сброс. Пуск разрешен. Вот он кассетной бомбы сбрасывает. Молодец. Ну что ж, чудесно, молодец, он хорошо попал. Перекрутил немножко, но ничего. Пуск разрешен. Сейчас отработаем нарами. Наведем марочку на цель. Пуск. Перейди в набор. Чудесно. Что у нас там? Да, попали. Уничтожили цель. Ну вот третий уже на боевой. Сейчас тоже сбросит кассетные бомбы. Очень эффективное оружие, накрывает большую площадь полосой.
сторону сброс. Ну что, молодец. Три машины уничтожил. Вот и мы стреляем. Попали в две машины. Главное, чтобы очереди были короткие. По этим машинам много не надо. Им достаточно 3-4 снаряда, но при этой скорострельности там уходит по 100 штук как минимум. По одной очереди. Так, второй на боевом, а мы ему навстречу. Пусть они думают, кого им бежать в первую очередь. Ничего, мы тоже поработаем. Второй, отработал Нарви. Молодец. Вот они. Так, а теперь кого же мне целиться? Второй, цель уничтожена. Ничего, вон там он бегает. Ага, впереди. Ладно, отлично. Не попали мы. Впереди идет транспорт. Вот по этому транспорту мы стреляли. Не попали. Осталась одна машина у нас. Выполняем боевой заход. Но давай, не подведи. Пуск разрешен. Попали, есть. Отлично, молодцы. На вторую очередь попали. Чудесно. Так, ну что, мы отработали, сейчас доложимся. Набираем высоту. 64, я 651. Работу закончил, цели поражены. Я 834-й принял. Спасибо за работу. За мной собирается. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Вот моя группа идет. Сейчас они ко мне пристроятся и пойдем домой. Но по пути домой там у нас есть еще кое-что. F4E Фантом. Старенький, но надежный самолет. И с ним нужно попотеть, чтобы поработать. Даже на этой машине. Ускоримся немножко. Группа собралась. 634, я 651. Начать на шестом. 651, я 834 принял. 651. Ну вот нам и цель дают.
этой цели нам надо будет отработать. 6-5-1. ДРЛО. Азимут на цель 3-1-7. Удаление 9-2. Средневысотная. Сближайтесь. Чудесно. Ждем, когда мы, наша цель войдет. Вот она появилась. 834, я 651. Обнаружил воздушную цель. Азимут на цель 311. Удаление 050. Прошу разрешения на работу. 651, я 834. Работа по воздушной цели разрешаю. Будьте осторожней. Работу разрешили. Захват. Так, выглядел какие-то проблемы, не понял. Ладно, будем работать дальше. Немножко разделились, чтобы они тоже не могли сразу по всем работать. Так, ну что. Удаление хорошее, пускаем ракету. 6-5-1. ДРЛО. Азимут на цель 3-2-3. Удаление 2-1. Второй тоже пустил ракету. Смотрите, какой он хитрый. Ведь ушел гад от нашей ракеты. Обе ракеты ушли мимо. Что ты будешь делать? Вторая ракета в воду ушла. Да что ты будешь делать? Ладно, работаем. Так, мы пускаем ракеты. Молодец. Эх, второй. Второй катапультировался. Ну, слава богу, он хоть живой. По третьему тоже работают. Вот, отстрел ракет, противоракетный маневр. Ух ты, аж в Тюмени, аж в глазах потемнело. Ну ничего. Но цели уничтожены. Это радует. Второго мы отправим в группу спасения. Его подберут. Жалко, самолет потеряли. Так, у третьего у нас, видимо, с топливом проблемы, поэтому надо его отпускать домой. Первый, я 834. Принял. Спасибо за работу. Возвращайтесь на точку. Принял. Иду на точку. Ну все. Теперь мы потихоньку
Идем домой. Ускоримся немножко. Так вам будет повеселее. Ох, какая красота. Прям в облаках идем. Подходим к точке. Выходим на последний ППМ. Так, ну что? Подходим к исходной точке маршрута. Это наш ведомый. Выпустил шасси. Все, закрылки. Немножко ускоримся. Гак он тоже выпустил. Два километра удаления. Один километр удаления. Молодец, касание. Второй трос. Самая идеальная посадка. Ну, теперь наш заход. Одного мы сохранили. Это радует. Да, если бы это была не игра, то было бы очень жалко. Хотя и так жалко, очень жалко. По крайней мере, если летчика не потеряли, то самолет потеряли. Это жалко. Так, зайчик у нас работает хорошо. На курсе на глиссаде. Скорость 290. Снижаем до 250. Шасси, закрылки выпущены. Как выпущен, готовы к посадке. Наш авианосец ожидает нашу посадку. Ну что, давайте вам покажем посадку с кабины. Ну, не до самого касания. До самого касания не интересно. Приближение, касание будет сбоку. Скорость, высота, вертикальная скорость.
отлично. 240. Скорость. Вертикальная 5. Чудесно. В глиссаде идем. Но. Ай да молодцы. Тоже второй трос. Миссия выполнена успешно. Выбираем закрылки. Складываем консоли, выбираем гак. Гак убрали. Консоли сложили. И начинаем движение на стоянку. Так, ну что ж, чудесно. Посмотрим, что мы тут наделали. Все зафиксировано. Так, вот у нас взлет пошел. Идем дальше, летим. Так, вот у нас работа пошла по наземным целям. Так, САУ уничтожено, ЗСУ уничтожено. Чудесно. Это с первого выстрела мы уничтожили. САУ и ЗСУ. Что и должно было произойти. Так, и транспорт мы уничтожили. После первого выстрела мы уничтожили три машины. Четыре. Нет, три вру. Дальше пошло у нас. Транспорт два штуки уничтожили. Ну и ребята, мы им тут очень хорошо помогали, молодцы. Так, работа по F4 закончилась. Потеря самолета. Пилот один уничтожил. Ну что, друзья, спасибо вам.